общем, приехал на дёрт сегодня. Сегодня приехал один. Просто покататься. Просто повылетать, вспомнить, что это такое вообще. Вот, и в субботу уже съездим всей тусовкой. Прокатимся уже с трючками нормально. Сегодня, в общем, чисто приехал постабилить. Вылет именно, повылетать высоко. Ну и прыгнуть большой наш дёрт. Сейчас я его покажу. Получается... Так, это наконец-то видео из Гродно, потому что все остальные были из Минска, там, Бреста, Познани. Кстати, если вы не стреляете эти видео, переходите по ссылке где-нибудь вот здесь я ее вставлю. Там, посмотрите, очень круто. Ну, короче, вот этот дёрт большой наш. Ну, как большой он? На самом деле небольшой, но... Ну, короче, небольшой такой дёрт. И вон там вот разгонка. Хотел снять типа таймлапс дорогу на дёрт, но потом подумал, что нахрен надо, учитывая то, что в Минске дёрт вообще нахрен снесли. Я подумал, что дорогу на наш дёрт лучше не снимать, потому что это будет печально, если у нас еще так снесут. Вот, и есть еще, вот, есть такой памп-трек. Ну, это не памп-трек, а такой типа, ну, просто типа прокатиться. Такая вот фигнюшка. Вот, и сейчас есть еще один учебный вылет. Сейчас покажу его. Тут просто стол. Ну, в общем, приземь на стол идет. Разгон вот с горки и вот такой вот вылет, собственно говоря. Типа... Ну, как бы такой. Ну вот, вот мой рост. Это метр 80, короче. Вылет такой. Ну, тоже относительно небольшой. Вот. Конечно, не как в Минске были, но тем не менее. Короче, все, сейчас чуть-чуть покатаюсь и пойду домой, а в субботу уже приедем всей тусовкой. Будем уже учить какие-то трюки делать. Там Никиту надо поснимать. Кстати, если вы не смотрели видос с Никитой, который идит из двух трюков и трех видосов, то переходите тоже по ссылке где-нибудь. Вот здесь там, не знаю, будет ссылочка на видос. Посмотрите, там 50 секунд. И там прикольные трюки, короче. Ну и видос сам вообще прикольный. Так что обязательно смотрите, ставьте лайк. Короче, все, поехали. Ну все, короче, отпрыгнул этот дёрт, он вообще дикий. Потом в конце тут пизданулся где-то. Вот от колеса след. Я здесь просто зарылся, короче, повернулся руль, типа. И это самое, и пизданулся на бок. Ну он вообще офигенный, просто тут летишь, вообще бесконечность просто. Через эту штуку. Но самое дикое, сейчас я покажу. Как бы, ну, учитывая то, что не часто вообще на дёрты езжу. Самое дикое, это съезжать отсюда. Вот отсюда сейчас. О, блядь. Вот отсюда, короче, надо типа съезжать. Вот с этой фигни. Я не знаю, кто-то может привык к дёрту, но я не привык, и мне дико отсюда съезжать. Это вообще офигеть. Просто скат вообще дикий, блин. О! Побежали, блядь! Всем здорово. Второй день. Блять, как мне отсюда слезть? Второй день на дёрте. Там уже все собрались, сегодня проспал чутка дёрт. Вот. Короче, поснимаю сегодня чуть-чуть Никиту. И пришла еще идея. Он нормально летает дёрты. Заснимем обучалку, как ту. Халту вылетать, типа, на дёрте. Посмотрим, может вам зайдет, может будет интересно. Кстати, это тоже наши дёрты. Но это не дёрты, это как для контрильщиков или для кого-то фигня сделана. Вот такие штуки. Но мы их не прыгаем нифига. Очково как-то. Ну, короче, все, смотрите дальше. Сейчас будем делать рючки. Посмотрим, что из этого выйдет. Погнали. Ехать. Бля, прикол. Никита не довернулся.
Ой, бля. Ты как-то хреново ее крутишь. Да, я ж не катался. Ник, едешь? Ты издеваешься. Есть! Это, так это, слышишь, это был Indian Air. Это был Indian. Гонишь? Посмотри старые фотки сезона и копал здесь как быстро. Да? Ну, это ходи туда. Пошел ты нахуй. Дико понял. Я сейчас помогу, пойду сайт. Блять, вот я хочу такую нормальную сделать, она не делается. Залупа ебаная. Я базарю, он не сделает просто 100%. Я ж сказал, он не сделает. Все, Ник, ехай быстрее, пока он не ушел. Есть. Но это не трех, я тебя хочу огорчить. Да, я думал, трех. Рекламируешь мой, пожалуйста, Инстаграм. Я дал, да, нет. Итак, всем привет, это Тимофей Кошак, блять, на меня наебало. Инстаграм вот выпадет... Отойди. Да заебал. Я рекламу делаю. Инстаграм выпадет вот где-то здесь, наверное. Тимофей Еременко. Мне похуй на твою трёху, я Инстаграм. Все, отойди. Пиарю. Тимофей, отойди. Инстаграм только пиарю. На тебя все равно никто не подпишется. О. Лошара, бля. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! О-о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 
Думал, что будет, ну, как минимум целый день, потом дождик, потом опять потрамбуем. И только тогда. А он, в принципе, как бы, ну, вкапываешься буквально, ну вот, самое глубокое. Буквально но. Пол сантиметра вкапываешься, это как бы вообще изи. Быстрее крути, быстрее, быстрее. Надо было выше, если ты заезжал. Если бы ты под самые доски заезжал, то тебя самого. О! О! Как было высоко, а ты сейчас ломал. О! А зачем вы это сделали? Мало ли, в смысле, нам сказали, мы копали. Мы люди простые. Реально тупо сэр, блядь. Нам сказали, мы копали, блядь, хули нам. Мне не солнце светит, мне партия светит. Снимаешь? Да. О! Ну все, откатали на дёрте. Прыгал большой трамплин, но что-то в этот раз не долетаю его почему-то. Не знаю, что-то странно, может, потому что колеса чуть поздувались. В прошлый раз было 6 атмосфер накачано, поэтому без круток нормально долетал. Сегодня что-то даже делал одну крутку я делал и не мог долететь до приема. Очень странно. В общем, ладно, сделал икса в ванете и молочный в ванете no-hand, тоже прикольно. Не заснял Никитину пятеру и семеру с учебного вылета. Ну, я в следующий раз засниму. Ну, пятеру в нашем новом квотере заснял. Вот так. Вот такие вот примерно у нас дни на дёрте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и жмите колокольчик, естественно. Все, всем пока.